Хвала Аллаху! Спросил имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, своего шейха имама Ахмада. Что надлежит делать человеку, который чихнул обязательной или же желательной молитве? Имам Ахмад ответил, восхвалять Аллаха, то есть говорить «Альхамдулиллах», и не говорить это громко. Тогда Абу Дауд спросил, говорит ли он это, шевеля языком? Имам Ахмад ответил «Да». Таким образом происходит восхваление в молитве.